Что я ему доверяю полностью, что он мне полностью доверяет, вот без этого как бы врать нельзя. То есть я его глаза, он мой, так сказать, руки. Сбой. Я какой-то забыл подкачать колесо или что-то, я забыл, грубо говоря, ручку. То не будет результата. Да, не будет ни результата, ничего. Поэтому все это всегда должно быть на 100% подготовлено и к этому стремиться. Другой раз, конечно, и техника. Другой раз подводит, другой раз и, как бы, сами ошибались. Но как считаем, что у нас неплохо получается. Ну, успехов вам. Спасибо. Так, ну, у меня будут дополнительные вопросы. Вы вместе сколько уже? Вместе? Да, вместе мы уже, наверное, 12 лет. 12 лет. Ну, сначала Сергей был... По-латышски не... Сначала Сергей был как бы координатором команды у меня в треке, да? Координировал. Да. И вот потом решили... На Лимане еще? Да. На 12 часов был. Решили попробовать. Вот такой получился хороший тандем, скажем так. Ну вот район весь удалось в последнее время так проездить, посмотреть дороги, потому что, насколько я знаю, вы еще не знаете трассу. Ну, трассу всегда говорят за три дня, да. Но у нас прописана, конечно, тренировочная трасса, да, в районе. Мы только можем предполагать примерно. Но... Пока мы знаем тот район, который закрыт, обычно это перед ралли, за полтора месяца закрывается район, где нельзя появляться ни гонщиком, ни штурманом, ни на какой ни на любой машине, ни представителем. Ну, до этого ты... Да. Мы знаем, по району, по ну, да. Мы знаем, что это район Свенты, и все. Но родные леса, озера и дороги помогут? Конечно, помогут. Конечно, помогут. Давай быстрее приезжай. Ты на фоне стала, а куда? Давай, может, вопросы задавайте какие-то. Я же вам задала вопрос. Я вам говорю, что вам сказать. Так, чтобы люди пришли на это ралли. То есть, что за события происходит впервые? Что нужно посмотреть? И в конце, значит, сказать, что приходите, ребята. Вот, вы специально я ходили. Волнуюсь, я камеру не вижу, волнуюсь. Не надо, спокойно. Вы мне рассказываете. Вы не обращайте на нее внимания. А я ничего не понимаю. Что вам волноваться? И главное, вы даже смотрели, во сколько будет вот этот самый интересный этап. 16:00 вы сказали, 10-го. Юра Петров, с 11 часов. Будет? Я знаю, 15:50 будет на площади. Ага. Первая машина, старт первой машины. Ага. Через минуту стартует. Ну, какого числа? 10-го. 10-го. У нас на площади будет старт этого ралли. Да. А вот то зрелищное мероприятие в Лигнишках будет. В Лигнишках будет мероприятие. Это супер спешл 3, так называемый. В каждом ралли есть такой супер спешл участок, который проходит для зрителей. Так, теперь...